Человек жуткого похмелья идет на кухню, направился прямо к холодильнику. На столе стоит клетка с попугаем, накрытая каким-то покрывалом. Он покрывало снял с клетки, пришел, открыл холодильник, вытащил бутылку пива, жадностью выпил, поставил, закрыл холодильник, пошел назад, опять клетку накрыл покрывалом и ушел. Голос из клетки: прекрасно день прошел. Спасибо.